Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию экс-нардепа Игоря Маркова относительно его незаконного содержания под стражей. Как сообщает интернет-сайт «Украинские национальные новини», коллегия судей во главе с председательствующим судьей Ефимовой решили, что мера пресечения в виде содержания под стражей является необходимой мерой в данном производстве. Как сообщалось ранее, экс-нардеп Игорь Марков арестован 22 октября по делу об организации избиения людей на митинге возле облгосадминистрации в 2007 году. 23 октября Печерский районный суд столицы избрал для него меру пресечения содержания под стражей до 20 декабря.